Во что превращаются подмосковные снежные горы? Грязюка. Ужас просто. Ну пусть уж тает наконец. В той стране то же самое. Вообще погодка, скажу вам, сегодня жесть просто. Снег, дождь, все вместе. Так, вернулась я со своей прогулки. Наконец-то получила судебное письмо. Это значит что? Что мне назначили дату заседания. На самом деле я это уже знаю, я уже дозвонилась. Но мелочи приятно. Сейчас покажу вам, что купила. Быстренько. Купила вот такие вот хлопья. Селяночка. Купила бананы. Купила спаржу. Она 50 рублей по скидке. Купила яйки. Тоже, по-моему, 50 рублей. Купила горошек, по-моему, рублей 20. Купила 2 йогурта по 22 рубля штука. И купила семечки, по-моему, 6 рублей. Вот такой вот у меня сегодня улов. Я, блин, рано радовалась. А это только пришло письмо о том, что заявление оставлено без движения. Вот 19.02. 19.02 они его послали, сейчас 21.03. Оно только пришло. Я просто в шоке. Ну, короче, теперь жду точно такую же бумажку, только о том, что дата заседания назначена. Всем еще раз привет. Я уже дома, нагулялась. Ну, как-то это очень быстро в такую погоду происходит, эти нагуляния. Только пожалуйста, боже мой, скорее отсюда. Ну, как бы не холодно, но в то же время этот вот непонятный снег. В общем, как-то весна капризничает, скажу и вам. Как настоящая женщина ведет себя. Как ваши дела? Как только выхожу на балкон снимать, обязательно либо сосед из соседнего дома напротив вылазит, высовывается из окна покурить и внимательно наблюдает за мной. Либо, конечно же, приходит черная морда, его надо чесать, ласкать, любить, оберегать. Ну, в общем, куда без этого? Уборкой занималась, я эту черную морду закрыла на балконе. Ну, во-первых, здесь потому что не холодно, а во-вторых, потому что вот он не может. Как только начинает что-то делать, ему надо обязательно вот проявить активное участие. Вот тот настоящий котопес. Честно говоря, у меня сколько за жизнь было кошек, никогда вот именно такого котопса не было. Поэтому пришлось его закрыть, чтобы он не топтался по-мокрому и не портил все следы моей работы. Ну, что вы думаете, пришел его друг, и они вдвоем под дверью мяукали. Да? Сейчас покажу вам, что творит-то. Крестюша. Крестюша, собака моя. Да что ж ты делаешь-то? Да что ж ты буянишь-то? Давай, поцелую. Поцелую чудовище мое. Божечки мои. Божечки мои. Мордюля моя. Там женщина написала, почему вы называете его чудовищем. Я любя его называю чудовищем. Потому что он необычный кот. Он котопес. Чудо. Чудовище. Да? Чудовище. Все, 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 все. Все, хватит. Божечки мои. Все, все, успокойся. На обед у меня сегодня стручковая фасоль с яичком. Я на самом деле уже немножечко покушала. И вот это у меня вторая часть осталась. Она останется у меня на ужин. Алло! Чудовище пришло. Чудовище пришло. Вообще я на самом деле раньше как-то скептически относилась к фасоли, к стручковой. А сейчас, знаете, я ее полюбила, особенно вот в сочетании с яйцом. Так что, кто никогда не пробовал, попробуйте. На самом деле очень вкусно. Чудовище, ты опять отвлекаешь все внимание на себя. Ну так нельзя. Сейчас он будет с птичками разговаривать. Вот так вот оно залазит под эти несчастные жалюзи.
Он их покусал, погрыз. Сейчас я вам покажу. Вот это вот. С чего оно их грызет? Вообще чудовище грызет все. Да, чудовище? Котопес. Мне посоветовали такой сайт, называется iHerb. Сейчас я так приближу. Я вот на нем нашла вот этот коктейль, который тоже мне посоветовали, с антиоксидантами и суперфудами. Да, действительно, очень хороший состав. Все очень здорово. Есть такой зеленый вкус. Green First. Есть со вкусом шоколада. Есть со вкусом ягод. Честно говоря, я, наверное, все-таки хочу взять со вкусом шоколада. Стоит он 2,228, и это пересылка из США. Есть возможность, там какая-то скидка. Ну вот не знаю, честно говоря. Мне, конечно, и хочется, и хочется, и колется, честно вам скажу. Сумма 2228 рублей меня немножко пугает. Поэтому буду думать. Кстати, если вы заказывали такой коктейль, расскажите, как вам. Полезно ли, вкусно ли? Поделитесь мнением.